толстого картона. И она как-то так поворачивается, делает движение, и они съезжают, скатываются и как-то, ну, образуют какую-то некую форму. То есть это такой конструктивизм, один холст такой, значит, айсберг в океане, ну и льды какие-то, вот типа этого американского художника, ледяных дневников, такой, ну, который так писали они, а такие льдины, ну, примерно писали, я не помню фамилию, вот, только вот этот айсберг горит, огнем. Вот.